За 20 лет независимости мы пришли к тому, что у нас большинство населения находится в долговой кабале. Это приводит к тем же вынужденным, принудительным выселениям, к тому, что очень люди с семьями остаются на улице вместе с детьми. И при этом даже центры социальной адаптации их не принимают, потому что да, только взрослых принимают, а детей надо отдельно содержать. И буквально даже негде получить именно социальное жилье, вот прямо вот в тот момент, когда человек оказался на улице. И в такой ситуации многие от отчаяний идут на крайние меры, в том числе и суицид. То есть это страшные вообще результаты. Недовольство, естественно, будет у человека, который оказался на улице. Он не может быть доволен таким положением. И в этой ситуации государство, конечно, должно, это же наши граждане, мы должны им помогать. И если он, пусть даже ввиду, может быть, своей неблагоразумности, не смог выплатить кредит и остался на улице, это не должно сказываться на том, что он абсолютно будет выключен из общества, и особенно не должны страдать его дети, которые на самом деле наше будущее, нашего государства. Поэтому политика должна быть сбалансирована. Есть интересы финансовой структуры, есть интересы простых граждан. Они должны быть в балансе, не должно быть перекосов. И вот в этом роль государства, как гаранта защиты прав человека, оно должно думать именно о простом человеке.